Это моя маленькая пещера музыкальных сокровищ. Я бы хотел записать твои песни. Правда? Я думаю, у тебя талант, правда? У тебя очень хороший голос, но ты его не выпускаешь. Ты про что? Но ты как будто зажимаешься, это слышно. Как будто сдерживаешь себя. Давай, слышишь меня? Прием. Нет музыки. Ты есть музыка. Твой дебютный альбом. Релиз на виниле. Я тащусь от того, что ты делаешь. Меня прям цепляет. Это твой реальный шанс. У меня длиннющая очередь из авторов, пытающихся записать альбом. Продюсер хочет, чтобы я писала для Дэйна Ли. Охренеть, как круто. Я просто не хочу, чтобы ты была винтиком в этой индустриальной машине. Даррен, я ее обожаю. Обожаю. Я ее хочу. Можно мне ее? Извини, со мной одни проблемы. Моя карьера в коматозе. У меня нет семьи, я никому не нужен. Это неправда. Люди меня боятся. Не говори так. Когда исполнитель находит автора, с которым он на одной волне, то это союз на всю жизнь. Давай же, покажи мой новый хит. Хватит думать, почувствуй это. Если ты сможешь вложить это в свою музыку, то ты покоришь этот олимп. Как классно звучит. Клево. Мне нравится. Мы выдумали целый мир, и он не дает нам видеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Когда мы вместе, время растягивается. Наши чувства, наша любовь спасет мир.